видишь, там еще есть черепа. Угу. Пойдем туда. Ну, он закрыто, Саша. Господи, опять меня напугало. Твое отражение опять меня напугало. Слушай, они уже починили. Помнишь, здесь еще не было починито? Ага. А когда оно будет работать? Можем сходить везде там. Ну, оно не работает. Как бы здесь только фильмы снимают. И так для людей. Почему? Ну, не знаю. Не пускают внутрь. А помнишь огород? Угу. Да здесь жили когда-то, а потом город выкупил. Это... Да нет, это обыкновенно. Вот Беверли Хиллз дом. Смотри. Вот эти листья. Наверное, убрали. Тут и рыбы были, я помню. Да, да, да. Рыба есть, да? Я знаю, где они все. Знаешь, где? Где? Ты забрал мне? Да, вот. Я взял. Это. Они там спрятали, знаешь, где? Под листьями, жарко им. Рыба мало, они под листьями. Вот это Лос-Анджелес. Мы сейчас в замке находимся, здесь люди жили. Ну, как бы, даже не замок. Обыкновенный дом для них. Беверли Хиллз. Город выкупил. Давно уже. А, так это. Все, он, Сашка, вниз пошел. Так вот люди жили. Соседи здесь рядом живут. Точно такие здания. Абсолютно. Ну что, куда с ним? Положи уже телефон. Окей. Можно я поснимаю?